И здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Dark Messiah. Почему Монаш говорит, что циклоп голод? Циклоп принюхивается к Нанашу и Гурдану. Циклоп всегда принюхивается, когда голод. Человек странный шум. Что ты шум чудовищ? Не вижу. Не вижу. Ни черта не вижу. Чё, живой что ли? Знакомое существо. Пленный циклоп? Ну надо же. Должно быть, он стережет выход. Замочить циклопа? Да как два пальца. Я пошутил. Наверняка есть способ его убить. Ну, в принципе, тут много деревянных конструкций, так что... Так. Ну, например... Где он? Ну, например, вот я вижу ловушка одна. Ее так чик, обрезаешь, и в него так дубиной чик. Нет. Не про канала. Опять не про канала. Чё, увидел меня? Блин. Не сильно-то она ему. Да, да, убей его. Урону причинила, я бы сказал. Не очень много. Почему заклинание фаербола не готово к использованию? Пошел ты кидаться. Я ведь тоже умею. Ему не больно. Ему не больно, ему вообще насрать. Блин, был бы я лучником, было бы проще. Глюк какой-то, никак. Почему фаербол не готов к использованию? Фаербол всегда должен быть готов к использованию. Он пока типа не взорвется, я не могу следующий пустить. А ему надо прямо в глаз херачить. Медленно, че его убивать-то? Конечно, забраться на возвышенность было бы лучше. Но это нечестно, блин, вот в натуре лучнику было бы насрать. В натуре я его быстрее из лука замочу. Маг, блин, тоже мне. Нет, похоже, я не прав. Ну, не сильно-то он меня больно ударил.
охренели. Вот и все. Ну что, ты довольна, моя милая? Как тебя назвать-то поприличнее? Поразительно. Ты убил циклопа. Какая мощь. А что, впервой, что ли? Великолепный Саров. Достойный наследник своего отца. И достойный преемник. Да-да, восхваляйте меня, мне это нравится. А знаете еще, что я заметил? То, что вон там вот что-то блестело. И я хочу узнать, что там блестело. И мне дали за циклопа очки? Блин, не могу посмотреть. О, там что-то блестит, смотрите-ка. Какой я глазастый, правда? Короля воров. Ну да, я ведь вор. Вашу мать. Твою мать. Блядство. Он запинается обо всякие дощечки маленькие и бежит на месте. Это не клево. Я серьезно. Вот сейчас я запнулся вот об эту мать. Нет, тут стена просто. Но все равно. А зачем мне вообще сюда? А, ну вон вверх, да. Но мне что-то подсказывает, что мне вовсе не обязательно так извращаться. И не обязательно вовсе, наверное, было циклопа-то и убивать. Но разве это было бы весело? Если бы мы его не убили. По-моему, нет. Ой. Вот не весело то, что я втупляю. То есть всегда, конечно, весело, когда кто-то втупляет, но... Хотя нет. Это глупо, глупая идея. Забудьте, никогда не пытайтесь развеселить кем-то своей тупостью. Вот я не пытаюсь развеселить тупостью. Я просто так туплю. Без веселья. Вот сейчас я туплю и не знаю, зачем я сюда залез и как мне отсюда слезть. Чем мне это дало? Ровным счетом ни хрена. Мне бы вон на ту дощечку как-нибудь. Как удачно. Куча я здесь веревок, блин, навил. Все равно не понимаю, куда мне. Может, сюда? Я не могу вдоль палки. Ведь это же так сложно ползти по веревке, когда рядом палка. И на эту я запрыгнуть не могу. Ай, твою мать. Да, если не убить циклопа, то здесь тупить было бы довольно сложно. Ну, попробуем по моему извращенскому плану.
Почему бы и нет, так сказать. Эх ты, мудак. Ну, а как еще назвать? Уже зацепился, но не зацепился. По-моему, только так и назвать. Ну, естественно, я, потому что, ну, я же за него играю. Да, я не мог в тот раз. Забавно то, что налево я могу крутиться бесконечно, и направо бесконечно, хотя иногда налево я могу крутиться только в одну сторону. С меня вполне довольно орочьих катакомб. Идем отсюда. Да, лучше пауки, конечно же. Нет, пауки не лучше. Лучше орки, чем пауки. Орков хоть убивать легко. Смешно. Но пауков тоже убивать легко, но их яд это полный кал. Вот. Как они со спиной у меня оказались? А, вот как. А что, на демонов тоже яд действует? Хотя я себе противодействие яду взял, так что мне пофигу вообще. Я как знал, что еще с пауками встречусь. Кстати, удобно с демоном, пока в демоне пока бегаю, у меня мана восстанавливается. Из демона вышел, можно хп подлечить. Клево. Да пошли вы. Мне ничего не дают за ваше убийство. Почему я не могу? Надоели. А, это хрень. Да задолбал ты. Последнее противоядие. Козел. Это таран. Надо как-то с помощью него открыть дверь. Вопрос только в том, как. Хм. Блин, такой звук, как будто... О, вообще бесит. Как его юзать, я не пойму. Рычагов нету. Какая-то странная конструкция. Но мне очевидно, надо пробить эту дверь. Или не очевидно, может, мне не надо вообще ее пробивать вовсе. Ну вот здесь вот зачем-то ведь есть что-то. Но я не могу туда пролезть по какой-то причине. Может, водой тут все затопить? А, ну, возможно, именно это и произойдет, когда я сломаю эту штуку. Но как не сломать эту штуку? Я не вижу механизма, вообще не вижу механизма. То есть не под одно мое представление о таранах вот это вот не подходит.
как ты работаешь? Хрень. Где инструкция от тебя? Блин, меня ужасно бесит этот звук под ногами. Что я делаю не так, скажите мне? Хорошо. Обратно идем. Отсюда я пришел. Хватит с нас орочьих катакомб. Окей. Блин, как вы, наверное, любите, когда летсплееры втупляют. Это ведь так охеренно. Блядь, как же меня бесит этот чавканье. Ну, вы, наверное, его не слышите, потому что я заглушил, скорее всего, этот звук. Ну, блин, знаете, оно очень мерзкое. Чё мне это дало? Я внутри конструкции. И чё? Не, это не таран. Я не представляю, как он может что-то старанить. Ну, блин. Как открыть эти ворота? Почему я не могу пройти туда? Что за дерьмо? Это и многое другое мы узнаем чуть позже. Итак, мы здесь. И перед нами картина. Вот это елдень. И вот эта дверь. И вопрос. Как же нам открыть с помощью нее ее? Ответ прост. Никак, бля. На самом деле. И это очень гениально, ведь, я не знаю, почему это гениально, просто это гениально, но мне на самом деле не надо было даже туда идти, во всяком случае сейчас, может быть, позже. Но ведь это логично, то что мы сначала поднимаемся, мы, наверное, сначала должны были подняться сюда, но я поднялся сначала туда, а идти мне надо было вовсе не туда, а сюда. И туда мы, возможно, даже и не вернемся, по простой причине, что здесь загрузка уровня. Обычно это значит, что эта локация для нас потеряна, ну, навсегда. Ну, пару исключений было, пожалуй. И что же мы видим? Огромный замок. Ну, то есть замок. Ну, неважно. Он огромный. Летучие мыши. Я могу их напугаться и стать Бэтменом. Ну ведь Бэтмен так стал Бэтменом, он... О, гопники. Тебе нравится, чувак? Я знал. Так. Хорошо, следующее. А. Я не видел этот мост. Чисто показалось то, что эти деревяшки каким-то другим цветом. Выжили. Охренеть. Человека? Ты не попутал, чувак? Я чё, похож на человека? Время умереть, человек. Да, это тоже не больно, чувак.
Ну что? Гоблины — это весело, конечно, но... Смысл? Прикольно, с одного удара. Мне не нравится этот. Чё, я трус? Сейчас, подожди, я в тебя что-нибудь запульну. Время умирать, человек. Время умирать, человек. Булочки с черникой. Где там последний? Немножко в клочья. И еще один должен быть. О, орка. Я тебя убью. Моя не спрятаться, чувак. Эй, ты! Сдохни! Какого хрена я достал этот кусок говна? Ой-ой-ой, чуть не упал. Вы тоже это слышите? Думаю, да. Ой. Как их тут много было. Почему у меня FPS просел? А, да, я забыл, это ведь игра аж на 2010 года. О! Да отвали ты, слышь? Зажал меня гоблин, охренеть. Меня гоблины зажали. Охренеть. Ну и где твоя? Да вот моя. Моя. ФПС все ниже и ниже. Мне это не нравится. Может, место на жестком кончается, но вряд ли. Но может быть, но вряд ли. Здорово, орка. Освободить тебя? Ты, человек, открой клетку. Они то урок. Разозлиться. Пошел ты. Как вообще вышло то, что... орк сидит в плену у гоблинов. Это как-то сомнительно. Хотя... Может и нет. Сколько у них масла? Мне нравится. Не горит почему-то. Окей. Не горючее масло, наверное. Еще куча гоблинов. Ну ладно. Эх, не могу бочку взять. Чуть-чуть. А так. Ну ладно.
Да, над головой бочка пролетела. Что за шум? Подождите, так я же здесь был. Только что. Я прошел по кругу. Смотрите, что я увидел. Ха, охренеть, на расстоянии 3000 километров увидел. Это типа, чтобы закрыться можно было. Типа, я в домике. Я отсюда пришел? Кажется, нет. Кажется, да. Я пришел именно отсюда. А FPS все ниже и ниже, уже 12. Так, хорошо. Ну, то есть, нехорошо. FPS-то падает. Ну, хорошо. Да откуда вас столько, блин? Где ты есть? Лучше бы напали все. Ветчина. Напали бы все. О, кажется, я нашел выход. Надеюсь. Последний, надеюсь, гоблин. Это было забавно. Ну, кажется, выход здесь, и мы... Ну, мы узнаем это в следующем летсплее. А пока, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. С вами был Сет. До свидания.